Всем привет, с вами Стив Про, и сегодня мы покажем текстурпак Симблайкрафт для Майнкрафта Pocket Edition. Ну что ж, вот мы появились в мире, здесь изменилось множество разных блоков, сразу в глаза бросается трава, которая стала яркой, красивой, но, к сожалению, у нас не изменилась вода, но зато, еще раз повторю, изменилась трава. Везде изменяется трава, да? Все заметили, наверное, вот лава тоже не изменилась, но рядом с ней есть белый блок, который тоже изменился. Возможно, это мицелий. Деревья тоже бросаются в глаза, изменились и стали еще красивее. Акация. Ну, трава почему-то маленько баганная, высокая именно трава. Она отображается неправильно. Мне кажется, это баг. Либо недоделанная текстура. Так, давайте я вам покажу некоторых мобов. Допустим, житель, да? Так, берем. И он у нас изменился. Ну, и ему как бы и улучшили текстуру. Но его не изменили полностью, как делали это, допустим, в других текстурах. Вот, улучшенная свинка. Многие могут это не заметить, но мне это видно. К сожалению, топор не изменился. Оружие не изменились. Как всегда, зелья тоже не изменились. Ну, множество чего-то не изменилось. Но больше всего текстурпак, это что у нас? Это у нас изменение блоков. Так что многие ноют, то, что ничего не изменяют. Радуюсь, что изменяют хотя бы блоки. Давайте опустимся в такую пещерку. Походим, посмотрим. Вот у нас тоже изменился камень, изменился факел, ну вот. Ну, мы ныряем еще в одну пещерку, ну, изменилось очень много блоков, повторюсь я еще. Ну, опять же, нам изменили мобов, да, изменили мобов. Довольно большая работа, вот у нас наша коровка-дойка, да, мяско тоже изменили. Ну, очень классный текстурпак, ну, не слишком яркий, не слишком темный, ну, может быть, такая же графика, как в Майнкрафте, атмосферу, к сожалению, он не меняет, есть текстурпаки, которые меняют атмосферу, к этому текстурпаку нет претензий, и он такое не делает. Ну, вот у меня вылетело за лодки, ну, получается, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.